У народного артиста Льва Лещенко никогда не было своих детей. Сам певец признался, что они с супругой очень хотели обзавестись потомством, однако им не повезло. Первая жена артиста, Алла, в свое время сделала несколько абортов, во многом из-за равнодушия супруга. Уже во втором браке с Ириной, что называется, созрел для отцовства, однако Бог не дал им детей. Супруга певца не скрывает, что у нее были проблемы со здоровьем, которые не позволили ей стать матерью. Она до сих пор переживает из-за этого. Лещенко добавил, что не переживает из-за бездетности, тем более, что они с супругой живут в полном согласии. В то же время певец признался, что они в свое время задумывались об усыновлении детей, однако их спугнул негативный опыт их коллег.